И снова здравствуйте, всем привет. И так как вчера обещал, сейчас нужно сделать именно анимацию вот этих вот собак, бег. Так, единица на нампаде, выбираю вот эту полностью, значит, композицию собака, рик и так далее. И нажимаю английский H. Скрываю, это не удалено, а Alt H возвращает все это дело. Просто H, N panel, screencast key. N панель и Alt H появилась, а просто H исчезла. Так, все это дело закреплено. Итак, есть у нас рик. Тут еще вот в чем вопрос, что, наверное, нужно немножко его подкорректировать. Попробую сейчас это все дело наладить. Значит, Edit Mode и вот эту косточку Alt P Clear Parent отсоединить. Так, смотрим. Ну, в принципе, нормально. Задница будет отцеплена. Теперь делаю Shift D, косточку кверху. И вот эту кость, значит, с этой косточкой к этой кости Ctrl P, Keep Offset. Так, она привязана. Ну, в принципе, должно вот это дело подойти. Так. Заходим в Object Mode. Давайте еще раз выберем собаку через Shift кости и Ctrl-P. With Automatic Widget все это дело перевяжем. Выбираем теперь только кости и заходим в Pose Mode. Так, если эту кость будем двигать, то эти кости отвязались. Это тоже не есть хорошо. Значит так. Edit Mode. Попробую я, наверное, сделать вот таким вот образом. Так, вот эти кости я удалю. Даже нет. Наверное, вот эти две косточки я удалю. Delete Bone. И от этой косточки вытяну E в эту сторону кость. И еще одну кость до таза. Немножко тут подкорректирую. Вот эти все кости хвоста, ног и, значит, вот этого, так, ограничения, вот эти все вяжем, так, вот на эту кость. Ctrl-P, Keep Offset. А эти две косточки вяжем на эту. Ctrl-P, так, она уже привязана. Заходим в Object Mode, перевязываем собаку Ctrl-P with Automatic Widget, выбираем кость и нужно, чтобы это все дело G, о, кость работает, Ctrl-Z. Так, но мы вот эту кость, видите, можем тазом вот этим вводить, приподнимать ее, R перекручивать. Возможно, нам это как-то в анимации пригодится. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ну, попробуем с таким ригом поработать. Так, еще тестирую вот эту кость. Пойдет Ctrl-Z. Если что, еще ее удлиним. Ну, а теперь Object Mode. И по прошлым роликам, значит, тройка на нампаде, Shift-A. Добавляем empty, пустышку, image. И в эту image нужно вставить, значит, как она называется, GIF. Анимация, переработанная в MOV. Вот так вот. Так, семерка на нампаде, R. Перекручиваем. Отводим в бок. Чуть-чуть назад. Единица на нампаде, R, английская. Перекручиваем, делаем S, чтобы лучше это все дело видеть. Поднимаем. Итак, собака у нас есть, покадровка у нас есть. Вытаскиваем таймлайн. Так, тройка на нампаде. Собаку можно еще немножко вниз R выровнять. И делаем на первом кадре именно вот эту позу. Так, выбираем лапы.
значит G, пардонте, Ctrl-Z. Выбираем кости, выбираем Pose Mode, выбираем вот эти две лапы, значит G и R. Перекручиваем. Так, жопа у нас вверху, значит вот эту кость R перекручиваем, голова чуть-чуть вниз. Так, эту косточку R выпрямляем, можно G, так, G немножко припустить. И надеюсь, нам вот эта кость понадобится, чтобы приподнять вот этот зад. Так, задние лапы. Так, одна приподнята, одна стоит дальше. Значит, вот эту лапу G ставим где-то вот на этот уровень. Эту лапу G уводим подальше. И вот эту лапу G уводим подальше. Хвост так и остается. Так, а вот эту лапу, значит, G, вот сюда. Так, этой косточкой делаем немножко засед. Так. Эта лапа уходит в центр. И эта лапа тоже уходит в центр. Сзади эта лапа уходит в бок, и эта лапа уходит как бы в бок. Ну, где-то так. Так. Вот эту G. Вот так вот надо. Так, а вот эту косточку приподнимаем вот в такое положение. Три на нампаде. И все это опускаем до уровня пола. И желательно как бы на центр. Отсюда будем плясать. Прописываем А и локрот. Мотаем таймлайн колесиком, чтобы был 5-10 кадр. Так, на 5 кадре эта верхняя точка идет. Значит, выбираем через Shift лапы. Так. Вот эти вот косточки Inverse Kinematic, значит R, перекручиваем, через Shift выбираем, подтягиваем. Так, это лапа. Так, ноги. Так, эта нога выходит вот сюда. И можно, значит, G еще лапу приподнять. Или даже R перекрутить и подтянуть поближе сюда. Так, эту лапу тоже, наверное, как-то так. Голову чуть-чуть повыше. Так, таз. R. Опа-на. Одна косточка не привязалась. Заходим в Edit Mode. Находим эту кость. И вяжем Ctrl-P. Offset исправили. Pose Mode. Опа-на.
Почему она улетела? Не понял. Так, edit mode. Ctrl-P привязано. Ctrl-P привязано. И это Ctrl-P привязано. Это значит, что с ней Ctrl-P привязано. Вот дает. А, хвост еще может, да? Ctrl-P. Все на привязке. Так, это значит postmod. Вернем ее на место. Вот сюда. Тройка на нампаде. Это где-то так. Дальняя лапа. Ctrl-Z. Вот эта лапа. Тройка на нампаде. G. И эта лапа. Так, это кто? Да, вот это. Так, а хвост. G вытягивается. Так, R. Задница подгибается. Английская А. Так. Тройка на нампаде. И move. Собаку поднимаем. Английская А. И lock rod. Смотрим, что получилось. Так, на 9-м кадре дальнюю лапу, вот эту, тройка на нампаде, так, G, ставим на землю. Хвост G немножко приподнимаем. Так, а эту лапу подальше. Так, вот так как-то. Теперь с передними лапами будем работать. Значит, передняя лапа вот так. R. Что-то в таком духе. G. И перекручиваем ее. Так. Вот в эту сторону, вовнутрь. Собаки. Так, а эта лапа поднимается выше. Так, вот сюда. И выкручивается вот таким вот образом. Тройка на нампаде, нога на земле. Задница отходит теперь подальше. Перекручивается чуть-чуть. Английская. Так, вот эту косточку припускаем. А, и lock rod. Так, здесь лапа вот эта должна стоять вот тут. Эти так и остаются. Так, а вот здесь, по-моему, ну, с плечами потом поработаем. Вот эту лапу нужно тоже
Сейчас немножко припустить А и блок рот. Так, на этом тут чуть-чуть непонятно. Это задняя лапа. Так, вот это, по-моему, лапа. Тройка на нампаде. G. Аж вот тут должна быть. Это лапа тут. Так, можно ее даже чуть-чуть G приподнять. И вот эти локти, значит, G поближе к ноге. Тут бы еще шею, конечно, отвязать. Хвост на том же положении. А и лок рот. Вот она еще не стыковка. Вот эту лапу тройка на нампаде. G вот сюда припускаем. А и лок рот. Лапа пошла вниз. Собака, значит, R чуть-чуть перекручивается G. И вот эта лапа еще дальше уходит. Так. Это что за лапа? Так, и вот эту лапу. Вот сюда А и блок рот. Грудинку вперед. R собаку перекручиваем. Эта нога G уходит еще дальше. Так, а это становится уже на землю. Так, это не пойму, то ли вот это уходит. Так, ага, все понятно. Значит, вот это правильно становится сюда. Ну да. Это уходит дальше. Собака становится вот в такое положение. Передняя лапа чуть-чуть уходит еще вперед. И вот эта лапа почти ее догоняет. Так, G. Ключицы приподнять. Вот так. Голова чуть-чуть, значит, идет вниз. G. Вот. Таким вот образом позвоночник вот выравнивается. А, и блок рот. Сразу сделаем 17-й кадр.
А потом допишем остальные. Это лапа. R уходит назад. G на вытяжку. Это так остается. Передняя лапа выходит вперед. R перекручивается. G где-то вот так вытягивается. А это следует за ней дальше. Вот так. И видите, что здесь вот значит горб, значит G. Голова опускается. Так, а вот эта часть, ну, я думаю, ключицами попробовать сыграть. Вот так вот, раз. Так. Ну, эту я не подниму. Единственное, что вот таким вот, вот. Вот таким вот образом можно ее подкрутить, чтобы создать вот этот бугор. А, и... Полукрут. И 14 кадр у нас не прописался правильно. Значит, здесь подправляем лапу, ставим вот сюда. А эта лапа уходит на вытяжку, значит, сюда. Ну, передние лапы вроде бы как бы состыкованы, да? Вперед подаем ключицу. Ну, голова находится, я думаю, на нужном таком месте. Так. Здесь клешня согнута. Можно потом еще немножко кинематик больше подсогнуть. Ну, сейчас посмотрим. Так, хвост. G. Приподнимается. Ну и таз. Так, что с тазом? Вот этот таз, наверное, нужно R перекрутить и выровнять. А, и полукрут. Тогда на этом кадре тоже R таз вытягиваем. Собаке даем прям натяжечку. Так, лапа уходит дальше. А это чуть-чуть тогда повыше. Хвост. Значит, как-то книзу держит волну. Так, это натяжка. Голова. Голова должна быть где-то вот тут. И чуть-чуть R. Ну вот где-то так. А, и локрот. Так, на 21 кадре будем писать. Выводим вот эти лапы. Вот эту лапу прям вперед. Inverse кинематик перекручиваем. И вот эту саму стопу вытягиваем. А эту выводим вверх. Вот сюда. Inverse кинематик. R перекручиваем. Чуть-чуть перекручиваем, значит, вот эту вот клешню. Так. И получается G. Так, это значит вверх. Ну и эту тоже, наверное, вверх поднимем. Так, здесь прогиб соответствует. Вроде бы все нормально, потом будет корректировка. А, и локрот.
Так, а вот эта лапа на этом кадре должна стоять еще здесь. Так, это почти уже на вытянутую, чуть-чуть приподнято. Так, хвост. Ну, вроде бы соответствует. Угу. А, и локрот. Единственное, что возможно, вот я здесь немножко обшибся, что больше нужно загиб вверх делать. Хотя по собаке не похоже. Так, что здесь у нас? Так, ставим теперь эту лапу G сюда. А вот эту лапу не за ту взял. Constraint, наверное, назначить будет. Чуть-чуть перекручиваем. Ну, где-то вот в такую позицию. Горб сохраняется. Хвост остается, но только две лапы уже должны быть в воздухе. Блин, ну тут черная собака и не видно. Значит, ну, судя по вот этой всей штуке, то вот это должна чуть ниже быть, а вот это чуть-чуть теперь повыше. И хвост перекрывается, все правильно. А, и локрот. Ну тут правильно, голова идет вниз, плечи кверху. Потом она замирает. Так, давайте сразу приземление делаем. Это жопа кверху. Теперь у нас получается... Так, вот это что у нас за лапа? Это дальняя, да? Значит, дальняя у нас выравнивается R. Выкручивается. Inverse Kinematic тоже выкручивается, выравнивается лапа. Эта лапа ставится на землю. Так, и вот здесь вот хорошо бы собаку делить на три части, чтобы и тут отсоединять голова, чтобы, как вы видите, прижималась. Ну, тут так же и получается. В принципе, ну... Чуть-чуть еще перекрутим. Вот так. А, и локрот. Так, теперь собаки эту лапу ставим тут. Эту лапу на вытяжку. А эти две лапы подгибаем где-то вот здесь. Так, вот это сюда поближе, наверное, потому что она первая отходила. А эту чуть подальше. Теперь R собаку чуть перекручиваем, чтобы вот эта жопа, так, R, задралась чуть кверху. Но она опять же вытянутая. Хвост G поджимается к собаке. А, и локрот. И должно что-то уже происходить.
Нормально. Так. На 14 делаем G, отводку лапы. Видите, она теперь натянутая. Значит, нужно ее G натянуть. И ключицу вот эту опускаем. В бочину сюда отводим. А эта ключица, видите, она чуть вперед так и вытянутая. Значит, G эту лапу ставим на место. Ну, как-то так. Сейчас опять жопа должна поджиматься. Так, это первая нога. Эта нога уходит вот сюда, выпрямляется стопа, то бишь где когти, так, а вот она дальняя, да? Угу. Ну и дальнюю тоже сделаем так, готовится, значит, к приземлению, и хвост прижат еще, значит, хвост сюда, угол есть. Но нужно задницу чуть-чуть поближе подвести. Вот так. Чтобы как бы, ну, гармошка получалась. Так, голова. Вот с головой не надо забывать. R, шея выпрямляется. Это тоже шея выпрямляется. А голова нагинается. Во. Ключица есть. А, и локрот. Вот и вообще какая у нее поза, чтобы ничего не поломалось. Опа. Ну, в принципе, отсюда видно не будет. Нужно потом вот с этой штукой тоже разобраться. Или шейдер смут ей сделать, сгладить. Ну, идем дальше по списку, как говорится. На 37-м G лапу ставим сюда, а эту лапу R перекручиваем и G приподнимаем. Так, теперь инверс кинематик можно немножко подкрутить. И вот эту ступню тоже. Так, это лапа G сюда. А это лапа G сюда. Хвост немножко отпустим. Так, и вот эту часть хвоста тоже, наверное, как-то нужно анимировать. Так, вот эту задницу тоже можно, видите, работать, перетягивать. Тут все еще гармошка идет, а и локрот. Так, ну а тут уже пошли, по-моему, те же самые покадровки. Это вот у нас должна, по идее, первая быть покадровка. Поставим 40 кадров. Enter. И попробуем тут подкорректироваться. А ну-ка. В принципе, то же самое. Ага. Теперь, если эту собаку приподнять, вот
таким вот образом. А задницу тогда G еще отвести. И ключицу, вот эту ключицу надо опустить ниже. А, и локоть. Так, почему прыжок идет? Потому что вот этот кадр должен быть и тут на 40-м. Вот тут все нормально вроде. А, и его крут. Прописываем побольше кадров. Чтобы было все помягче. И это многовато. Вот, кстати, видите, по ролику вроде идет 40 секунд. Это так, 40 кадров, это почти 2 секунды. А для нашего персонажа это по кадровкам многоватая. Так. Значит, сейчас все это будем ускорять. Так. Ставим на первый кадр и пускай здесь будет секунда. Делаем S. Все это дело уменьшаем, уменьшаем. Секунда — это 25 кадров. А ну-ка. Нормально. Ставим 25 кадров. Так, и попробуем первый кадр так, чтобы мягкий переход был. Так, полет где у нас находится? Прописываем А и вокруг. И чтобы все это дело мягче переходило. Сейчас будем искать, где тут заторможенность. А заторможенность вот здесь вот. Лапы пошли. И уменьшаем, значит, до 20. Так, вот здесь вот тоже что-то непонятное. Так, а ну-ка.
Так, empty можно теперь отключить и попробовать поработать с собакой, да? Так. Вот здесь есть косяк такой, что вот эти лапы, по-моему, одна должна на земле стоять. Это какая тут поближе, а это чуть-чуть. Это где-то тут. А, и локрот. И конечный кадр, мягкий переход. Значит так, здесь вот она уже лапы ставит. Вот она, вот этот косяк. Нам нужно добавить еще хотя бы так вот этот кадр Shift-D на 26. Во. Вот теперь нормально. А ну-ка ставим 26, Enter. Угу. Теперь вот сбивка идет. Нужно ставить. Так, если поставить 24, Enter. Вот здесь идет. Вот он, видите, стоит кадр. Лапы пошли, а задние лапы стоят. Удаляем 14 кадр, delete. Вот. Теперь он не замедляет. И видите, они тут долгое время висят в воздухе. Нужно создать им движуху, да? Удаляем тогда. Так, да что там? Удаляем два кадра. Так, и вот эти две косточки еще. Приподнимаем, и можно приподнять чуть-чуть хвост, создать движение зада. А, и локрот. Вот теперь вроде бы раз, да, вот мягкий переход пошел. Так, тройка на нампаде. Здесь перекручиваем вот эту лапу, потому что она уже, считай, в воздухе. А, и локрот. Вот, и таз нормально тут все двигается. Так, так, так. Так, и вот здесь немножко не есть good. Вот эта лапа G, R перекручивается. И как бы вот поменьше сюда уходит A, I, локрот. Так, что-то подождите, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Угу. Угу. Вот эта лапа должна выше пойти уже.
А это еще чуть-чуть повыше. И подальше. А, и локрот. Создается вот это, значит, движуха. Вот эту лапу R перекручиваем, делаем помягче, тоже чуть-чуть повыше. А, и локрот. Так, а вот этот кадр тогда удаляем. Так, раз, два. Вот эта лапа должна на еще повыше уйти. А это уже должна находить сюда, как бы готовится к сжатию. А, и локрот. Во. Ну, а теперь это все еще ускорять надо. Тут еще вот плохо, что вот эта вот сама тельняшка, вы видите, лапы двигаются, а вот эта тельняшка сама отказывается, да? И поправить это дело может только Shift-Key. Сейчас тоже попробую разобраться, как это дело показать, точнее, как дело это все работает. Ссылки, кстати, на эту тему в прошлом описании, под прошлым роликом. Так, оставляем. Смотрим, что у нас получается. Натяжка. Впереди это хорошо смотрится. А вот здесь. А вот здесь. А вот здесь не есть гуд. Почему? Потому что вот эту ключицу, желательно R развернуть, а вот эту лапу R поближе к телу подтянуть. И вот эту, значит, косточку R вот сюда переделать. Ну вот уже более-менее. А, и локрот. Так, смотрим, раз кадр переделали, смотрим, чтобы дальше не было косяка. А косяк еще вот в чем, смотрите. Так, да вроде нет такого больше. Здесь правильно вытяжка, все нормально. Ну и здесь тоже все офигенно. А, и локрот. А, и локрот. 26, значит, 26 кадров, это чуть-чуть больше секунды. Получается, должно на секунду где-то 2 или 1,5 у нее бега быть. Все это дело сейчас тоже попробуем настроить и заставить все-таки вот эту рубашку двигаться. Ну а пока вот такой результат. Создать нужно движение вот, короче, вот этих еще мышц, чтобы более живо такая штука была. Если бы у нее сейчас рот открывался, то было бы все нормально, еще более создавалась движуха. Ну а так спереди вроде бы ничего. Это вверх поднимается, это вниз опущено. Ну да. Угол создается. На тазе. Так, вот эту лапу. А ну-ка, сзади как он держит. Ну да, собака в основном широко задние лапы ставит. Ну, можно одну на крайняк вот эту завести вовнутрь. А эту чуть в бок увести.
Так, я сейчас паузу сделаю и потом все это дело буду доделывать. Итак, пока вот такая раскадровка, и сейчас в следующем ролике, чтобы сильно долгий не был этот процесс, я, наверное, все это дело закреплю и покажу. Так что ждите следующий ролик, выйдет сегодня, наверное, тоже.